Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Наши подлодки способны выпустить более 1500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?». О РВСН даже не будем и говорить. Суммарно российский ядерный потенциал самый мощный в мире. Сейчас вся российская триада переведена в особый режим боевого дежурства. Путин предупреждал, пугать Россию не надо. Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сарбан» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано.